FBI, open up! Точно в центр попадать, он уже за два удара убить, а так нет. Ладно, точное попадание в центр, и он готов. Из ручки, Карл Джексон, мы продолжаем опять играть в Undertale. На этот раз у меня зумка такая. Что получается? Убить всех боссов, но не рядовых. То есть всех боссов. То есть, понимаете, что такое убить всех боссов, но не рядовых? Что? А все заново? Все заново, ну ёперный, балет. Да быстрее, нет времени. Все заново, ёперный балет. Запомнишь, у меня есть сохранение мое. Единственное неповторимое, нету такого. Что-то я его не вижу. А может где-то его запрятал? Чуваки, ну-ка, погодите. Геноцид сейвс. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. А быстрее. Быстрее. Ты быстрее говори, у меня нет времени. А быстрее. Быстрее, нет времени. О! Чуваки, а что если я попробую? Блин. Я себе не записал, типа, убить всех, кроме Флавы. Надо, короче, полностью пройти после рандома. Тут написано убить. Так, это что получается? Убить всех, кроме Флауи. Сбросить игру. Вот. То есть получается, я и Флауи тоже убью. Нет, он сохранится. Кроме рядовых. Ты убежал! По правде говоря, это был не такой уж плохой выбор. Лучше избегать конфликта, когда это возможно. Однако, это всего лишь манекен, он может, не может навредить. Он сделан слабко, у него нет жажды мести. Неважно, держись поближе ко мне и будешь в безопасности. А, вот так вот, значит. Да-да-да-да-да-да. Рядовых врагов еще жу, а вот Туэль, скорее всего, будет мертва. Не скорее всего, а стопроцентно. Жалко, нельзя это промотать как-то. В какой игре я проматывал время? В Undertale, фу, в Cuphead'е, мне кажется, да? Или где? Не помню, чуваки. Да-д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 а. Ауч.
Хотя знаете, что я, наверное, придумал, кажется, или не придумал. Я не знаю, придумал ли я или херню сделал. Ну, типа, рядовые на рандоме, типа, камон, какой в этом смысл? Убей всех, но не геноцид. Рядовые на рандоме. Да, не надо мне рандома. Никого не убивать из боссов. Рядовые на рандоме. Рядовых убить. Вообще никого не убивать, даже этих хоров. То есть, типа, вообще никого не убивать, но при этом ни с кем не дружить. Геноцид. Вот. Геноцид, а потом вот всякое разное. Короче, вот так вот сделаю, все, фронтовое, до свидания. То рандом уже был, чуваки. А к чему хорошего он не привел? Блин, опять ошибся, ну ладно. Да, но он не убьется просто так с места, так что придется. А его убить-то. Да, его убить лучше. Сука. Ладно. Тебе пизда. Ну Нафсаблук не является прям таким боссом, но. Его описали как босса. Пощадить и убить, мне кажется, ни на что не повлияет. Он же все-таки, во-первых, поведение, а во-вторых... Я всех убиваю с одного удара. Кроме Асгора. Что странно. Ну, а Photoshop Flower, он не умирает. С одного удара, потому что там... Photoshop Flower, он как бы... работает на... На игру по-другому. Там читы не работают без смерти, не работают. Так, отсюда. Синий? Сегодня здесь, да блин. Красный. Тебе зеленый. Thank you.
До свидания. Shake it. Пошел ты нахер, козел. Это писюн. Когда же тебя отпизжу? Конец. Быстро пошел нахуй. Быстрее мы, пожалуйста, побыстрее, как-нибудь можно, а? Давайте мы. Та-та-та-та. Но это не совсем босс, так что я его пощажу. Ладно, не буду озвучивать, это тут дебилизм какой-то. Ну,
дыра. Твоей бывшей. Сейчас музыка заменена, сейчас посмотрим, на что она заменена. Надо все эти головоломки решать по логике. Но это еще все легко. Блять! Ну нахуй. No. Собака!
Дон-дон-дон-дон. Чё? На ужин, да? Не, нифига. Соси мой хуй. Да, заткнись. Хватит пиздануться опять. Только забавно, что он без рук ставит, потому что у него нету их. Круче, чем Брюс Ли какой-то. Обратно уже нельзя.
нас, да! Насрать! Два раза подряд, сука, сохраняюсь, нахуя. Уточка. Смотрите, у меня нет вещей. Какой там надо вести этот, чтобы... Спасибо. Сейчас, как бы я сыграл правильно, но это очень медленно было. Давайте попробуем в быстром темпе. Сейчас. Что за хуйня? Охуели? У меня нету собаки, идите нахуй, я не буду ничего. Как только я возьму это. У меня нету вещей, идите в жопу. Наёбщики.
Ой, ладно, заткнись. Да, заткнись. Ты можешь заткнуться, пожалуйста? Да, батя правильно сказал. Сучонок-то, блядь. Пиздит и пиздит. Даже не будет завтра, чётки, так что... Не, батя там еще не спит. Вот когда он будет спать, тогда мы закончим. Вот так. Точно. Ну хотя там еще рано, пока бы там нужно посидеть манекена на геноциде. Ты убежал и прорушил моего маленького испорченного сердца. Thank you.
Из-за тебя я не смог его убить. Вали отсюда, Карлсон. Нахуй я по 100 раз, блядь, сохраняюсь? В этом нет никакого смысла. Ах, пиздюк.
Да, только пора забуду упоминать. Сдохнешь, сука, там тут. Ты сдохла. Ты сдохла, голова болит. Уходи нахуй. Сдохни, сука. Хрипа вонючая, сдохни. Боссам сегодня не повезло. Не сегодня, на этом прохождении. Идем дальше. Жаркозем. Мне фидо не могут доставить. Пропускаю это все. Ни в водопаде, ни в жизнегаре не хочу. Хотя в водопаде можно бы попробовать. Попасть, но это вряд ли. Можешь мне обратно вернуть, пожалуйста. К земле мне верну, пожалуйста.
Я назад продолжу. Сейчас, короче, что-то вот викторину с метадоном продолжим. Это закончим и все. Ну, ходи. Прям задаю, поминаются желтые лапки. Хопа, я вернусь. И тебя тут не будет. Ну, сучка. Твоя, что тут? Да-да-да, заткнись. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Thank you.
А можно я пойду нахер отсюда? Нельзя. По кулинарному обычаю смертельное силовое поле окружает кухню. Ах ты пидор. Сейчас я успел опять. Ничего себе, кино. Сука, кстати, в раз, блин, только сохранился нахуй. А ты по 500 миллионов раз, блин, сохранился. Что за херня? Очень легко. Продолжение будет на следующий день, но вы это увидите все в одной серии. Так что пока что пока, но продолжение будет прям сразу же. И мы продолжаем. Поэтому идти дальше я уже забыл. Если честно. Идем куда-то сюда. Ну, стражники, они не такие... Нет, они не боссы.
Ну и все, это Спидермен, реально, вот это вот битвы со стражниками. По сути, их лучше пощадить, потому что типа они. Не, ну типа, выглядят они как боссы, если честно, но побеждаются они как рядовые враги. До свидания, чуваки. Это совершенно не описывается стакан воды, но из всего можно сделать отличную историю с правильным настроем. Доложить бы надо ложить. А вот и внимание, зрители, наш корреспондент нашел стакан воды. Но что удивительно в стакане воды, это насколько он интересный. Как и все стаканы с водой, он состоит из воды, из стакана нитроглицерина. Погодите секунду, это не стакан воды. Это бомба? Да ладно. По журналистскому обычаю, смертельное силовое поле окружает место страстей. Так, я знаю, как его поймать, вот здесь-то и надо ловить. И сюда. Просто пощадите все, не надо никого убивать. Где? Отлично, осталось последнее наверху. Спасибо, Альфис. Неправильно. Я знаю, иди нафиг. We'll be right back.
Как я это делал? Типа вот так вот? А потом так, все. Да. Это очень легко. Вот это реально легко можно решить. Если вы думаете, что некоторые головоломки можно решить рандомно, в принципе, поначалу кажется, что да, но потом руки-то помнят, и мозг тоже помнит. Да, быстрее. Почти. И можно с одного удара победить, если. До свидания. Да, паучочек, быстрее цветочек неси и уёбывай отсюда. Быстрее, сука! Ну быстрее, ёб твою мать! Точнее, уебал твою мать. Ну быстрее сюда! Вали! Вали быстрее на! Быстрее, чё ты стоял? А, сейчас еще эту песню услужут. Нет, все заново. Эту песню послушают заново, нет. Ну. Пошел в пизду. Завали свое ебло. Иди на пидорас, как тебя мне уебать? Слышь ты, сука, уходи, сука, блядь. Иди сюда, ты, и дай пройти, сука, бля. До свидания. Уёбок. Да. Пошли нахуй.
На нах, на нах, насука, 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 насука. Ааа! Ааа! Я делал меня! Как вы попало зоне, ты сильнее, чем я, ну, да не нахуй! Да-да-да, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, все, да-да-да-да, молодец, молодец, все, спасибо, пока. Пока-пока, все, пока. Блюдо какое-то там стоит. Левый, правый этаж 3. А куда мне это идти? Карась, 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 карась. А, сюда, все, понял, все, идем. Сохраняемся. Идем дальше. Уай, мама, кто это? Да-да-да. А нафиг нам-то лифт? Эй, почему тебе для начала не воспользоваться лифтом? Иди нафиг. Это было опасно. Почему здесь так много монстров? Я имею в виду так вот, ровно. Ага. Ой, я же не шевелился, то есть наоборот, я пошевелился. Да все, все, успокойся. Да успокойся! Да блин, нафиг надо было идти направо, идиот. Ты в порядке? Почему ты не пошел направо? Ну же, ты ведь доверяешь мне, не так ли? Пох-п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 ох
Методом правой стены идем. И чё, я пришёл не туда? Ну, блин. Нет. Да. Не, я не хочу решать эту гонку, она, по-моему, ничего не повлияет. И она силовое поле отключит. А по-моему, силовое поле отключит, скорее всего, да? Ну так только. Но силовое поле должно быть отключено по логике, только где это силовое поле, теперь уже должен сам найти.
здесь получится должно быть. Нет. Да, силовое поле тут было включено. Еще надо постоянно идти сюда. Да, основной путь. FBI, open up! Тебе пиздец! Писю на 500 показал, пидор. Ты хочешь сдохнуть, не так ли? Я помогу тебе с этим. Давай быстрее! До свидания! Туда не попасть. Лифт занят, лифт не работает. Какую еще ебаную отмазку вы придумаете? Отмазку, блядь. Скваску.
Почему я не возмущаюсь в этом момент? Ну потому что, блин, я знаю, что я начал сначала все каким-то херами, не знаю, я сохранил, вроде сохранил, а сбросить все сохранение. То есть, пиздец, короче. Если я прошел на пацифиста, то, блин, когда я сбрасываю игру, то этого всего никто не помнит, и то есть, что я проходил эту игру раньше до этого, и то есть, да. Сбросить сохранение означает начать все с самого начала. Точнее, с самого начала. Сан скажет брата убийца и так далее. Больше ничего не скажет, по сути, нового. Чего надо? Да, что надо? Ехать уже! Полеешь потом. Нет. Нет. Я не слышу то, что нормально. Насрать. Так засажу на своей воле, но иногда ты идешь там и знаешь, что должно произойти. Да. Ага. Понятно. Да зачем надо было убивать папайруса? Тебя забыл спросить. Бум-б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 ум. Обоссал святой, молодец. Беса, блядь! Ну бегом! Thank you.
удара. Блин, если прям точно в центр попадать, он уже за два удара убить, а так нет. Ладно, точное попадание в центр, и он готов. Со 100% вероятностью. Да-да-да-да. Ты все равно сдохнешь, так что мне не интересует твое трипло. Твой троп, трипло. Я бы тебя пощадил, но я всех боссов убиваю, так что до свидания. Флауи, ну ты тоже, тебе кобзда. Я тебя пошишу, как и всех боссов, только когда дойду до конца. А он сейчас перезагрузит это, он сейчас вырубит игру, да? Давай быстрее на, мать твою. Так. Я не буду play нажимать, я просто... Давай сюда. Да-да-да-да-да. Бля, чё мне не заезжает телефон, чё за херня? Идиот! Начистим рожу еще раз этому удобному цветку. Давай быстрее, мать твою! Давай быстрее! Где кнопка перемотки, ёкарный бабай? Ну быстрее! Никакого бессмертия, чуваки. Я... Нет смысла его загружать, потому что тогда я буду, не буду бессмертен. Против этого скотина почему-то бессмертие не работает. И сильный удар тоже. Эть! Удар! Удар! Да, первый блин, как всегда, комом. Дубль 100 миллионов 1922.
Но почему то души меня не могут ранить. Можно просто постоять и ничего не делать. Я уверен. Души то более человечные, чем ты, мразь! Дайте мне жизни, давайте... О, молодцы, молодцы, молодцы. Челебные... Фу, челебные ластеры. Лечебные пластеры. Ваши лайки, чуваки, не очень помогают, серьезно. Нет, тут нельзя зевать, тут нельзя зевать, нельзя зевать. Так, третья душа. Битва! Четвертая душа. Облегчение, мечтатель, защищать, счастье, любовь, жизнь. Мало хп забрал, мало. Сейчас меня отпиздят, скорее всего. Нау! Мальчик, какой же ты гад! Я ж тебе все ухи оборву! Соти, я капсда точно. А нет, еще не капсда. Это еще не финальный раунд. Там еще пистолетик будет же. Ой-ой-ой-ой-ой! Второй заход. Нет. Нет, нет, нет. Эти. Ноу! А, задеваю пистолет, он меня тоже убивает. Стреляйте вообще мимо куда-то, сейчас сдохну. От души душа. До души. Душа от души. Thank you.
поле. Души, отрежьте ему уши. Флауэр все равно только говорит в конце после Санса. Эй, меня кто-нибудь слышит? Тоже просто оставлю сообщение. Прошло немало времени, да? Здесь произошли довольно неприятные вещи. Все, кто мог стать лидером, исчезли в одной части. И стало тихо. Это уныние подкосило всех. Будто кого-нибудь собирается умереть здесь, замерзнув в темноте. Ставлю на то, что ты удивлен, почему я не главный. Я не исключаю что-то типа этого. Я не люблю напрягаться, знаешь. Шучу. Вот что случается, когда люди типа меня не напрягаются. Увидимся. А, типа никто не стал лидером? Понятно. Никто не стал лидером. Понятно. Ладно, чуваки, на этом пока что все. Пока.